Говорят, что есть на Земле такое место, где все люди живут, не болея, до 100 лет без печали и вражды. Так говорил сын своего народа Асан Кайга, казахский жрау-мыслитель, объездивший бескрайнюю степь в поисках этой земли. Там все равны, все счастливы и дружны. Народы не воюют между собой, а живут в согласии. Только трудно добраться до этого места. Асан Кайга тогда так и не смог отыскать Жируйок. Но в те же времена два султана Жанибек и Керей сделали первый шаг по направлению к земле обетованной. Так в середине 15 века появилось первое казахское ханство и начался наш долгий путь к Жируйок. Лишь народ, познавший, что такое борьба за счастье и выдержавший все испытания, сможет разбить свой стан в этой обетованной земле. Народ, сумевший отыскать Жируйок в своем сердце. Национальная программа «Народ в потоке истории».